отношения, секретики. Куда еду? Еду я на бой MMA Fight Night в ВТБ-арена. Вот, поэтому сейчас у меня там ребята мои знакомые, там, ну, друзья мои, там, хоккеисты, бойцов друзья, и, короче, сейчас все ждут меня, уже все началось, а я просто вчера дали жару, тут еду. Я, конечно, без башни, но все равно крутая. Зачем мне без башни? Что такое не творю? Боже, ребята, как ты плохо давно не было. Вот еще песни, да, будут. Топ инфы. Подождите недельку. Скоро будет. Владивосток, здрасте. Масечка моя маленькая, Лера Флос, Ди, сохраню, сохраню. Расскажи про вчерашний вечер. Коротко, главное. Короче, вчера я должна была ехать... Спасибо. Смотрите, как у меня водитель. Короче, я вчера должна была ехать на жару, на премию. Но из-за того, что были жуткие пробки, я ни хрена не успела на жару, на саму премию. Вот, приехала на автопати, ну, там были там много знакомых моих, Толик Цой меня встретил, короче, мы что-то вроде там сначала культурно все начиналось, вот, я еще там девчонки вчера, ну, день рождения было, и что-то как-то оно, ой, поживи, на чей бой, Масик, еду на этот, Карахана бой, и сейчас мне твой близкий звонил, сейчас мне футболку подвезет под випку на ВТБ-арену. Поэтому, если кто-то возле ВТБ-арены, подъезжайте. Короче, ладно, счет завтра. Ой, господи, боже мой, сейчас как бы не умереть. Вот. И получается, что? Все начиналось культурно. Мы поехали. Сначала мы были там. Потом мы поехали в ДНК. Ну и собрались с нашей компашкой. Я, Влад, мой друг, Тёма, Толик, МБН, ну, Тёма, Толик, МБН, вы поняли? Миша Марвин со своей девочкой. Потом Кан, Демир. Боже, кто еще? Дони был. Кто же еще был? Господи, хотел вспомнить. Я думал, ты поискаешь не по-нашему. Так я, да! Тём, я, блин, вообще умираю. У меня давно такого не было, знаешь, у меня голова раскалывается. Я пью. Я вообще пиво никогда в жизни не пью, а это что-то у меня дома в холодильнике валялось, и я понимаю, что это единственное мое спасение сегодня. Вот, и короче, что, мы вчера поехали в ДНК, выступал этот Тима Белорусский, и понеслась, блядь, и пускай капают с неба, и вот мы вчера накапались, вот, и короче, задвиживали так, что просто... Крахан, ну да, мы просто сейчас бой пройдет, там у меня пацаны хоккеисты динамовские знакомые, но они меня ждут, сейчас меня встретят, вот, и мы потом после боя поедем в Роял, поэтому я в любом случае сегодня с ним буду, с Краханом передам. И короче, вот что, мы вчера нахлестались все так, мы в таком команде, ну блин, вот мы, ну как бы мы обычно, когда, да, собираемся в нашей компашке, мы как бы любители там нормально погулять, а вчера это прям был топ day every day. Пиаришься за счет знаменитости, не вспомнит после первой встречи. Господи, вы что, с ума сошли? У меня... А вы, кстати, не курите? Ой, молодец. Да у меня я сигареты забыла. У меня в машине остались сигареты, но я ключи от машины не брала, потому что знаю себя, еще не дай бог за руль сяду. Да, давай, дорогой, обняла. Вот, и короче, что? Насчет знаменитости, ну у меня просто знакомых много из этой сферы, господи, мы все просто в одной движухе как бы вертимся, и друзья, и премии, и какие-то мероприятия совместные, поэтому так. Ноги покажу, чем одет. Сейчас, подождите, я вам сейчас покажу вообще в целом свой лук. Курить вредно, умирать здоровый, жалко. Нет, нарощено, нарастилось.
сейчас на днях сделаю пост. Чахло миллионерша. Я, мне неинтересно это было утром разговаривать. Круто, Лерка, спасибо, Украина. Слава Украине. Красивая, спасибо. Особенно сейчас, после жесткого перегула. Привет из Луганска, это красотка. Привет, Родина. Спасибо. Что там, 20 минут? 20 минут. Ну, нормально. Одесса! О-о-о. Это мой... Знаете, вот весь песня у Тимати Киева, Одесса, Москва. Вот это вот прям мой маршрут. Вот Одесса — это один из моих любимых городов. Сегодня тоже бухать? Какое пиво вкуснее? Я не знаю, я пиво не пью, это просто сейчас, потому что у меня голова болит. А сегодня тоже бухать? Сложный вопрос. Не, на самом деле, сейчас мы поедем, ну, вот сейчас я на бой еду, вот, после боя мы поедем по-любому где-то посидим, покушаем, а потом мы поедем в Райл Арбат, потому что Карахан, вот, у которого бой сегодня, он по-любому с нами поедет. А красила сама, да я всегда, ну, блин, большинство... какие-то мероприятия сама крашусь, потому что, ну, у меня рука уже набитая. Красотка, обожаю, на стиле. Блядь. Ой, блин, сколько вопросов. Кроссовки, это у меня эти. Изи, изи. Курю, да. Как быстро скудно, меньше жрать надо. Улыбнись, у тебя улыбка красивая. Видела тебя однажды в Испании на каталане. Ой, спасибо, красиво, спасибо. Да, были в Испании. Какие алкогольные напитки предпочитаешь? Вообще пить вредно. И вот, мне кажется, я скоро, после вчерашнего, я сегодня когда проснулась, я говорю, а пить вообще не буду никогда. Не, ну я пью лишь шампанское вино. Ну, то есть я не, по тяжести не выступаю. Лера давно была в Луганске, да, очень давно, это лет 6 назад. Обычно невысокомерная, несмотря на свою популярность. Не то, что Лиза Плетиках, но люблю тебя, Лерок. Но вы знаете, это типа, есть такая тема из грязи в князи, когда, ну, просто я знаю, кем я была там до проекта, да, кто я сейчас, какие у меня перспективы. Я какая была, вот у меня на классе там писала Буша, подруга моя, ну, единственный человек, с которым я со школы общаюсь. Она говорит, блин, ты какая была там в 7 классе, такая ты и осталась. И это самое важное, ну, я очень рада, что у меня вот такая я и осталась. А вот эти пидораски, которые, ну, типа, ничего себе не представляли, как бы, и что-то типа вылезли за счет Дома 2, как бы, и понты сед, ну, как бы, нет, я не скажу, что я простой человек, а мне, как бы, тоже не подкатишь, типа, просто вот так вот, на короткой ноге, но, блин, ну, я такая, какая была, такая и осталась. А эти все, они, типа, блин, из никого, типа, кем-то стали, хотя... и прям эфир скинулся. Я не знаю, у меня бывает такое, типа, если я проскакиваю, просто если я куда-то тороплюсь, если я куда-то тороплюсь, я могу по автобусной поехать, как бы, ну, нарушаю. И бывает, приходит штраф, и бывает, проскакиваю. Не знаю. То есть у меня не каждый раз, если не я каждый, что-то... Не, все подряд. Не знаю, у меня не каждый раз. Я могу, допустим, там припарковаться, парковку не оплатить, и мне не приходит штраф. А бывает, там просто там отошла в магазин, мне сразу 2,5. Не знаю, может, красивых девчонок 50. Спасибо. Спасибо вам огромное. Но я сейчас далеко не кроссовка. Ой, спасибо. Вот, я потому что я поспала, во-первых, мало, во-вторых, я с перепоя, блин. В-третьих, я сейчас опять еду, блин, на этот бой. Цвет зубов блич один. Нет, у меня не блич один, я не делала себе унитаз. Я, во-первых, их делала уже лет 5-6 назад. Вот, во-вторых, румяна, ну, я не знаю, какой-нибудь, наверное, второй цвет. Ну, то есть, не самый белый у меня. Под натуралку не делайте, если вы хотите винир ставить, не ставьте. Ой, смотрите, в тоннель заезжаешь, сможете пропасть. Сама из Луганска, да.
даже не из Луганска, родилась в Краснодоне. Вот. И потом в Луганске всю жизнь прожила, и потом переехала в Киев. Куда еду? Уже говорила. Еду на бой. MMA, Fight Nights. Карахан наш друг, сегодня у него бой, поэтому мы едем туда. Привет, очень крутая, наконец выиграл контракт в Москве. Надеюсь, скоро скажу тебе вживую. Не понимаю, о чем вы, но я вас поздравляю с контрактом. Из Уфы привет, Уфа привет. Ну, рядышком. Короче, если кто-то... Тут свет такой плохой. Если кто-то сейчас будет в районе ВТБ-арены... А, не, не надо. Сейчас мы сейчас выйдем, ради бога. Да, это видно, конечно. Вот. А, смотришь, вообще кайф, вдохновила на Венеры, красотка. Ну, хоть на что-то я вдохновила хорошее. Это. Если кто-то сейчас будет возле ВТБ-арены, подтягивайтесь. Я там сейчас буду. Так, давай сейчас кого-то подключим. Ой, кто-то мне написал. Ой, Руслан Квинт, привет, дорогой, как я тебя рада слышать. Сколько лет, сколько зим. Привет, привет. Рус, а можешь мне написать свой номер, кстати, в этот, в директ? Я не знаю, у меня, по идее, был твой номер, но что-то, по-моему, я не могла до тебя дописаться. Мне надо было с тобой там переговорить. Напиши мне, пожалуйста, в директ свой номер. Когда в Махачкалу? О, после моих поездок по встречке в Махачкалу я пока не планирую. Да нет, на самом деле, ну, пока не собираюсь. Я думаю, летом заскочу. Все, Рус, обняла. Рада, что написал. Как погода в Москве? Херня погода в Москве. Дождь какой-то капает. Землячка недалеко от тебя. Зеленский президент, вы знаете, я буду рада, если будет Зеленский президент. Потому что из того, что мы имеем, ну как бы не, вообще на самом деле мне Юля всегда нравилась. Мне нравилась не в плане как президент, как политика, а в плане как женщина, которая. Ну, я люблю сильных женщин, да. И Юля, блин, она бедная уже столько лет к этому шла. И вот все через жопу у нее получается. Вот а Зеленский, как бы Зеленский, да, ну, Зеленский это единственный выход, как по мне. Для налаживания отношений между Россией и Украиной. Учитывая то, что как бы я украинка, но я живу в России, у меня, там, не знаю, 90% друзей моих россияне, вот, и живу я в России, да, и буду жить в России, как бы, и у меня планы все на Россию, и я люблю русских. И также я знаю, что, как бы, ну, и русские хорошо относятся к украинцам. Ну, то есть, я на себя не испытала вот за все мое там проживание в России, в Москве, да, я не испытала на себе что-то такое, что типа, а, блядь, ты хохлушка, там, иди, там, езжай в свою Украину. То есть такого не было. Вот, поэтому, как бы, я за мир во всем мире, я за то, чтобы наладились отношения. И если будет Зеленский, я буду рада, честно. Ну, он крутой, он тоже. Я люблю людей, которые делают себя сами. Зеленский из КВНщика стать президентом, ну, это, сука, очень сильно. Гражданство у меня вот сейчас вид на жительство я делаю. Два хочешь участница, я туда не вернусь. Сильная волевая для меня, ты пример. Спасибо вам огромное. Обожаю тебя, на все вопросы отвечаешь. Я на самом деле, ну, я когда в прямом эфире, я на процентов там 60, блин, не отвечаю, потому что я либо отвлеклась, либо я за рулем, либо еще что-то. Я пью пиво. Вообще пиво не пью, повторюсь. Но сегодня, блин, мне так тяжко после вчерашних наших этих премий вчерашних. А в Якутск не планировала. Ах ты же, блядь. Посмотрите, как Москва красиво. Москва, по ком звонят твои колокола? Marlboro Gold куришь? Ну так курить хочу, ё-моё. А можно мне сейчас на заправку заехать? Тут кто-то говорит. А что-то я протупила, надо было раньше заехать. Ты сильная, я такая же, храни тебя Бог. Спасибо большое, и вас тоже. Диету, да какая диета, боже мой, пожрать некогда, поэтому куда? Очень хотел с тобой встретиться, вообще умничка. Говори, я... заправить не будет. Да. Не будет, да? Ну ладно. А пятерочки, если резерв. Да. Какая разница, не будут на тебе? Не, ну будут. Ну смотри, что какие курицы. Ну короче, если что-то будет по дороге, то заедем. Так, почему не вернусь в Дом 2? Участницей я не вернусь. Ну, я прошла этот уже этап. Подождите, мне пишет мама.